Сегодня доля в валовом региональном продукте сектора малого и среднего предпринимательства в Брянской области составляет 32%, в то время как в среднем по России примерно 25%. О том, какие сегодня существуют в регионе возможности для развития малого и среднего бизнеса, говорили в ходе деловой сессии. Я считаю, что очень правильную политику идет наше правительство, налаживая контакт между властью и бизнесом. И вот эти меры поддержки, в основном информационной поддержки экспорта, поддержки инноваций и другие формы, они нам нужны, и мы им активно пользуемся, и с большим удовольствием новое что-нибудь в этой сфере узнаем. Реальная возможность для начинающих бизнесменов – программа «Ты предприниматель». Она действует на Брянщине уже несколько лет. В ее рамках молодые люди могут полностью реализовать свою бизнес-идею – от защиты проекта до открытия собственного дела. 4500 было участников этой программы. Осталось к тому моменту, когда прошли все отборы, 52 участника всего лишь. То есть не все понимают и не все знают, что бизнес, он требует не просто «ты захотел, и у тебя сразу все получилось», требует огромного труда, больших знаний, умений. В рамках живого и открытого диалога говорили и о проблемах предпринимательства, о поиске и возможных направлениях дальнейшего продвижения региональных бизнес-проектов. В современных условиях, конечно, тяжело выживать, работать, но тем не менее мы стремимся, мы показываем успешные результаты, но мы заточены на результат. Кроме самих предпринимателей, в дискуссии приняли участие представители структур поддержки предпринимательства, финансово-кредитных организаций, а также представители власти. О том, какую сегодня поддержку бизнесу готово оказывать государство, рассказал директор регионального департамента экономического развития Сергей Лысенко. Государство предлагает для бизнес-сообщества возможность субсидировать и процентные ставки, и лизинговые платежи, которые бизнес платит для расширения своего бизнеса, ну и другие меры поддержки. То есть государство – это определенный компонент, который сглаживает все моменты для стабилизации бизнеса. Завершилась деловая сессия награждением победителей и лауреатов регионального этапа конкурса национальной премии в области предпринимательства «Золотой Меркурий». Кристина Протхилова, Владимир Шелободов, События, Брянск.